традиции, слова жюри, впечатления об игре. Есть ли микрофон у нас в жюри? Кто готов? Прошу, Лев Михайлович. Кратенько просто впечатление. Оценки позже. Второй год участвую в жюри. Приезжаю с большим удовольствием сюда. Замечательные команды. Никого не хочется обидеть, спорно, но в этот раз, в этом году, для себя понял истину. И один в поле боя. Наталья Михайловна, да. Коротенечко просто ваше впечатление. Я благодарю всех участников за прекрасное выступление, за то, что вы создали нам такое прекрасное настроение. Мы желаем вам следующих творческих успехов и всего вам самого доброго и хорошего. Какие-то грустные у нас прощальные слова. Есть ли еще желающие? Юлия Чернечук, хочу сказать. Ваши аплодисменты, наши гости. Я на самом деле здесь нахожусь впервые, меня просто посчитать попросили тут. Больше некому. Вот. Спасибо огромное. Прекрасная была игра. Я смеялась. Девочки, вы лучшие. По крайней мере, у меня в моем сердечке. Извините, Алла Курти. Всем большое спасибо. Хорошая игра. Дерзайте, творите дальше. Шутите больше и дольше. И это не я сказала. Это ведущий. Очень хорошо. Мне все понравилось. Спасибо. Спасибо огромное. Есть ли еще желающие? Желающие. Олег Григорьевич. Олег Григорьевич, тянет руку. Я думал, что вам выбрали выступать после оценок, но... Поскольку... Но в КВН вообще принято интригу до последнего тянуть. Ну, сейчас вы будете говорить, потом еще будут говорить. Так что понятно. Не переживайте. Я хочу сказать, что спасибо командам. Особое спасибо КП-20 за кошачьи прения и конструктивные качели, за яркий и красивый, такой красочный, по-настоящему новогодний цирк с дядей Вовой и Скользкий полуостров, за бюджетникам и группе продленного дня, который, конечно, так скажем, очень испытанный министерской масс-утрой. Но зато они веселые, прикольные, с учительницами школьными. Большое вам спасибо. Это было здорово. И, конечно, в каждой шутке считается, какой-то идет посыл, месседж о проблемах, которые есть у нас. И мы это видим и слышим, но над этим шутим, и это здорово. И мы понимаем уже заранее, что нам нужно, как главам, которые здесь находятся, на что нужно обращать внимание. Ну вы особо-то всерьез не воспринимаете. Это не руководство к действию. Но приятно все-таки, что несмотря на туман, на снег, на скользкие новые повороты, несмотря на новые сцены и мосты, на нового главу, я вижу, что сегодня действительно Зеленобор стал такой столицей регионального юмора. И это действительно так, потому что очень яркое и красивое выступление. Я хочу, пользуясь случаем, всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы... И Алла Курти, и Зеленоборский, он был не просто в новостях поселком, который есть, а гремел во всех новостях, и было, чтобы и Самарин, и все остальные спасли все-таки, не спасли, а не спасали вас от холода, а приумножали и делали лучше, лучше ваши поселки. Они у вас такие прекрасные, замечательные. Всем желаем вам удачи, мирного неба над головой. И, конечно, я вижу это вот... Парни, уже не первый раз на КВНах, все-таки, я не знаю, мы привезем, наверное, Среднегорск, все-таки, чтобы было с кем танцевать медленный танец. Спасибо вам за прекрасную игру. Речь, которая была больше похожа на тост, хотелось в конце дерябнуть. Ну что, тут почетные гости попросили слово. Они незримо присутствовали в выступлениях под ваши аплодисменты. Михаил Сергеевич, Павлов. Да, спасибо, Герман. Слушайте, ребят, действительно, с этим снегом такие дела, что вот решили с Андреем Владимировичем, пока не разберемся, Кандалакшу район не брошу. Вот. Но, если он и дальше так идти будет, то мне придется у Паши Борику позаимствовать, потому что я точно полысею.
Ну, а Олег Григорьевич, я все-таки хочу на его ответ дать. Он говорит, как сделать так, чтобы в Оленегорске провести такой же КВН, как в Зеленогорском, а может быть еще и лучше. Тут несколько вариантов. Либо Оленегорск к Зеленогорскому присоединить, и тогда Алина Николаевна сама все сделает. Ну, либо просто переименовать. Также в Зеленогорске. Алина Николаевна, будет супер. Все, Алина Николаевна возьмет. Ирина Николаевна, будете говорить что-нибудь? Ваши аплодисменты, Ирина Николаевна Самарина, глава Зеленогорска. Дорогие участники, я вам низко кланяюсь, потому что я знаю, сколько сил, сколько энергии, сколько времени вы потратили на то, чтобы вот сегодня такие красивые, праздничные, новогодние, вы стояли на этой сцене, и вам все аплодировали. Я знаю, сколько, как вы переживали, но под конец уже было совсем все горячо, я на себе это почувствовала. Поэтому огромное вам спасибо за доставленное удовольствие. Я думаю, что ко мне присоединятся сегодня все присутствующие. Мы сегодня замечательно провели, благодаря вам, сегодняшний вечер. Я хочу вам, пригласить на следующий КВН Олег Григорьевич. Ну, Оленегорск, я думаю, что в следующий раз уже будет, да? Конечно. Нет, это наше. А мы к вам приедем, если что-то у вас будет интересно, мы обязательно приедем. Но мы с удовольствием приглашаем команду Оленегорска к нам. Юлечка. Ну и Мурманск тоже. Ну уже сколько нужно? Нам уже нужно расширять географию. Мурманск на сцене, если что. Конечно, Герман, без тебя мы не представляем наш КВН. Спасибо тебе огромное, что нас не представили. Спасибо огромное всем. И сейчас я хочу вручить благодарственные письма. Михаил Сергеевич, помоги, пожалуйста. Благодарственные письма нашим членам жюри за работу. Чиничук Юлия Ильинична, Ломакина Наталья Николаевна, Самарский Олег Григорьевич, хорошая фамилия, Очень Андрей Васильевич. Благодаря нашим спонсорам ООО «Автостар», ООО «Лес Макс», магазин «Колесо Фортуны», кафе «Зеленый Бор», Зеленогорское автотранспортное предприятие номер один. Кроме того, да, вот они, это денежные сертификаты. Так, призы у нас... Еще беру. Чудесно. Что дальше? Корзины с фруктами, друзья, от Габива Михаила. Пошли корзины. Замечательно. Thank you.
Они сами? Да, они сами. Они сами вынесут. Пошли депутаты! Максимум 5 баллов. Готовы ли у нас, уважаемые члены жюри? Оценки за МДЗ группа продленного дня. 4, 3, 5. Оценки за музыкальное домашнее задание команде КВН «Сборная Алакутии». Скользкий полуостров. 4, 4, 4, 5, 5. Оценки команде КВН «Бюджетники». 4, 4, 4, 5. И оценки МДЗ «Команда прекрасных половин». 4, 5, 4, 4, 5. Честь объявить итоговые оценки
бабушке досталось, конечно же, мне. Под ваши аплодисменты итоги сегодняшней игры. По итогам трех конкурсов команда КВН «Бюджетники» оканчивает наш турнир с оценкой 12,6 баллов. Команда «Прекрасных половин» с оценкой 13 баллов ровно. С активом 14,2 балла турнир закончила команда КВН «Сборная Алакути». С оценкой 14,4 балла серебро турнира его оканчивает команда КВН «Скользкий полуостров». Кубка 2019 года, Кубка Кандалакшского района по КВН с активом 14,6 балла. Кандалакша группа! Не зря съездил. Друзья, спасибо огромное за КВН.